И всем привет! Вы на канале Зелёный Листик. В этом видео я вам покажу, как приготовить быстрые вкусные печеньки. Всего из 4 ингредиентов. Они получатся у каждого. И еще раз, очень быстро. Давайте начнем. Для этого нам понадобится целый стакан муки, меньше половины стакана сахара, 50-60 грамм сливочного масла, одно яйцо и любая шоколадка. Сливочное масло лучше растопить, чтобы его легче было перемешивать. Берем его и наливаем, кладем в миску. И сахар. И все тщательно перемешиваем. Должно получиться вот так вот. Дальше беру яйцо и разбиваем. И также все перемешиваем. Дальше мы берем сито и просеиваем муку. И берем по вкусу ванильный сахар. Добавляем примерно пол чайной ложки. И все перемешиваем. Должно получиться вот такое вот тесто. Сейчас мы его убираем в холодильник и приступим к шоколадке. Открываем его. И начинаем его резать на маленькие кусочки. Это очень большой кусочек, поэтому мы берем и режем вот так вот. Просто еще раз напополам. Слишком мелко тоже не надо. Вот примерно как у меня. Размер. Это очень хорошо. Когда вы размельчили шоколад, достаем тесто. И где-то половину всех вот этого шоколада высыпаем. Примерно столько. А это оставляем. И теперь можно руками, можно ложкой это все перемешиваем. Смазываем противень растительным маслом. Теперь берем немножечко теста. И скатываем, делаем форму кружочка. И чтобы он был более красивый,
берем кусочки шоколада и вот так вот кладем. И вот такая вот красота получается. И вот такие вот печеньки у меня получились. Теперь разогреваем духовку до 180 градусов. Когда духовка разогрелась, засовываем печеньки и ставим на 15 минут. И вот такие вот печеньки должны получиться. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!